сказать. В общем, тяжело комментировать, наверное. Потому что первые 20 минут ничего не предвещало. Вроде бы старались, сделали то, что ребята просили. Но как только мы забили гол, все поменялось. С чем связано, пока не могу понять. Надо подумать. После забитого гола начали большие разрывы происходить между линиями. У нас футболисты начали проигрывать в один в один. Проигрывать единоборство в один в один, то есть дуэли. То есть нас обыгрывали очень легко. После этого начали возникать моменты. Еще в конце матча думали замены где-то перестроиться. Видите, несчастный случай, только вышел или на замену получили гол. Бывает такое. В перерыве переговорили с ребятами, хотели, чтобы еще больше нагнетать темп, но не получить контратаки. Потому что знали, что Слуцк будет контратаки. Создали пару моментов, где можно было, наверное, реализовать, не хватило. Пытались до конца матча переломить его, но, к сожалению, смогли.